Всем привет, с вами Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня приехали в штат-парк Гамбург. Это городской парк в Гамбурге. Он очень большой, очень красивый, зеленый. Мы сегодня просто погуляем. Приехали себя показать, на других посмотреть. Погода пасмурная, может пойти дождь. Но мы такие отчаянные. Нам все равно, мы выбрались погулять. Эмма сегодня на колясочке, такой люксус. Ее когда спросишь, хочет она на коляске или пешком идти, она всегда выбирает коляску. Городской парк Гамбурга находится в районе Виндахуде. Он открылся в 1914 году и составляет 148 гектар. Главные достопримечательности парка – это планетарий, где даже детям с 6 лет уже можно увидеть много интересного и узнать больше о космосе. А также огромная поляна перед ним – Фествизе, где проходят многие мероприятия, например, недавно был концерт Rolling Stone. Ну а еще можно грилить на этой поляне. Большой знаменитостью и точкой притяжения и больших, и деток является модель Боттай. Это маленький бассейн, где всем желающим можно запускать лодки, кораблики и тому подобное. Неподалеку от этого места находится Розенгарден, в переводе «Сад роз». Это место мне лично нравится больше всего, здесь спокойствие и умиротворение. И даже сейчас, в начале ноября, цветут некоторые розы. Я хочу потрогать воду. Нет, она очень холодная. Уж лучше не трогай. Sie will Wasser anfassen. Sehr kalt, Emma. Sehr, sehr kalt. Вообще парк очень ухоженный и хорошо спланированный. В парке находится около 22 скульптур, большинство из них 1930-х годов. Эмма обожает все скульптуры и всегда их хочет потрогать. И если ей это удастся, то и залезть на них. Конечно, где есть в Гамбурге вода, там есть и утки, гуси, и чайки. Вообще в парке много птиц. Тут Эмма побежала, хотела поймать ворона, а тут она расстроилась, что не поймала.
парке есть несколько детских площадок, но нам не удалось там побывать, просто парк огромный и везде есть на что посмотреть. Там можно гулять целый день. Есть в парке и несколько кафе, бистро, киосков, а также мини-гольф, Natur- und Freibad, это что-то вроде природного бассейна, когда в озере отведено место, где можно плавать и купаться. Летом на озере проходят стенд-ап пединг-курсы. В парке очень много спортсменов на пробежке и собачников, выгуливающих собак. Если вы живете в Гамбурге или приедете в гости сюда, или просто посмотреть город как турист, очень рекомендую сходить в этот парк. Мне кажется, он понравится каждому. Мы нагулялись, мы так отлично погуляли, устали, немножко замерзли, возвращаемся домой. И даже осенью здесь есть на что посмотреть, и цветочки красивые цветут, и ухожено все, и осенний такой свой шарм. Hat uns gefallen hier? Ja, sehr. Kommen wir wieder? Ja, okay.